Природа подготовила для нас материал будущего. Мы стоим на пороге новой эры. Эры композитных материалов. Материалов максимально дружественных по отношению к окружающей нас среде обитания. Речь пойдет о производстве композитных материалов на основе базальтового непрерывного волокна. 30% поверхности Земли составляют базальты. Базальтовый щебень добывается в карьерах по открытой методике, и перед тем, как попасть, технологический процесс подготавливается особым способом. Базальт плавится, и подготовленный расплав подается на специальное устройство, позволяющее превращать магму в очень прочные волокна. Далее эти нити складываются и путем ряда манипуляций превращаются в ровинг. Ровинг в нити, нити в ткани и другие готовые изделия. Даже рубленное волокно с успехом применяется во многих композитных материалах. Изделия из базальтовых волокон с успехом могут использоваться в создании конструкций для производства чистой энергии, защитных материалов в случае каких-либо природных и других катаклизмов, очистки океанов и других поверхностей от мусора, масляных и нефтяных пятен, при строительстве любых зданий и сооружений, где этим композитам практически нет равных по совокупности характеристик в космосе, в химической промышленности, авиа, автомобиле и судостроении.